очень-очень давно, невероятно давно, в 2014 году на Санкт-Петербургском монетном заводе была выпущена вот такая прелесть монетка, и посвящена она была городу воинской славы Выборгу, чей герб мы вот здесь вот и с радостью наблюдаем. На чем основан наш сегодняшний радость? Дело в том, что так случилось, что вот сегодня, 17 августа, город Выборг празднует свой день. Город основан в 1293 году, и, соответственно, вот сегодня, 17 августа, мы справляем 726-летие этого городка. Есть такой город в России, административный центр Выборгского района Ленинградской области, находится в 130 километрах к северо-западу от Санкт-Петербурга, расположен на берегу Выборгского залива, находящийся на северо-восточной части Финского залива. Средневековый Выборг начал активно развиваться в 1293 году после основания замка шведским маршалом Торгильсоном Кнутсоном. Место для замка было выбрано в соответствии с военными и экономическими выгодами. Крепость была заложена на пересечении важных торговых путей в зоне военных конфликтов Балтийских государств. Сначала строительство Выборга как города-крепости определило его название. В переводе со старонормандского языка «ви» – это «святой», а «борг» – «город» или «крепость», что в средние века было одним и тем же. Вот так и получился Выборг. Так сложилось, что за всю свою жизнь Выборг находился под властью пяти абсолютно разных государств: и Шведского королевства, Российской империи, независимой Финляндии, Советского Союза и Российской Федерации. Вот на чем, надеюсь, это уже останется теперь навсегда. В 15 веке новгородские и московские князья неоднократно пытались взять шведский город, но все заканчивалось их поражением. В начале 18 века Выборг начал представлять угрозу для Санкт-Петербурга, и русские войска во главе с Петром I пошли на штурм города и в 1710 году одержали победу. С окончанием Северной войны все побережье Балтики было присоединено к России. Однако в начале 20 века, после признания независимой Финляндии, город вновь оказался в центре противостояния разных стран. По результатам Первой советско-финской войны 1939-40 годов граница между СССР и Финляндией была отодвинута за Выборг. Но мир продолжался недолго. Началась Великая Отечественная война, в которой Финляндия выступала на стороне фашистской Германии. К сожалению, вот в ходе Выборгской операции 20 июня 1944 года в город вошли части 21-й армии Ленинградского фронта. Финляндия была вынуждена выйти из войны. И вот 19 сентября 1944 года Выборг с Карельским перешейком снова вошел в состав Советского Союза. В 2010 году Выборг получил почетное звание «Город воинской славы», и вот через 4 года вышла такая вот прелесть монетка, посвященная этому событию. Конечно, национальное многообразие правителей Выборга отразилось во внешнем облике города. Здесь гармонично соответствует современный модерн, строгая классика, старинные башни, здания, построенные в стиле Ренессанс. На сегодняшний день историческое наследие Выборга признано самостоятельной культурной ценностью. Средневековая часть Выборга лежит на небольшом полуострове, вытянувшемся между заливами Большого Ковша и Южным, которые, в свою очередь, связаны крепостным проливом. Посреди него находится небольшой Воловий остров, где расположен Выборгский замок. Высота главной башни замка – башни Святого Олафа, 48,5 метров. В Выборге также интересно посмотреть круглую башню, посетить парк-заповедник Монрепо, музей ретро-автомобилей, где в качестве экспонатов представлены ЗИЛ Брежнева, чайка Никиты Хрущева, машины Эльвиса Пресли, Мэрилин Монро, императора Японии Хирохито, машины Юрия Гагарина и Владимира Высоцкого. В истории города есть еще одна интересная деталь. Когда в 1941 году советские войска отступали из Выборга, они оставили там радиомины F-10.
привести здесь можно было по радио с помощью специальной мелодии. Финны смогли разобраться с хитрой задумкой и, чтобы заглушить сигнал, стали транслировать по радио другую мелодию – «Секьярвен полька». Вот мелодия диапазоном частот была похожа на советскую, а ее преимущество было в том, что она почти не имела пауз. Эта полька звучала по радио в течение 2 месяцев, пока гарантированно не разрядились батареи радиомин. Таким образом, из 25 снарядов финнам удалось обезвредить 8. Ну вот, соответственно, день города Выборге отмечают в августе. Вот то, что мы видим перед наши светлые очи, это герб города Выборга упрощенный. Вот, а вообще полное описание: щит пересечен в черлении 3 короны в пояс, в лазури литера W, поверх всего узкий пояс, и все фигуры золотые. Щитодержатели это сбоку вот должны быть, слева-справа еще 2 ангела, возникающие сверху из-за главы щита, в червленых одеждах, золотыми перьями накрест и с крыльями. Крылья у правого ангела должны быть лазуревые, а у левого золотые. Но вот здесь монеточка маленькая, как бы вот не все совсем поместилось. Ну да, чего получилось, тому и рады. Ну вот такое у нас на сегодня событие. Надеюсь, что вечером будет салют. Ну и поскольку день города, все-таки это праздничное, так скажем, настроение должно быть. Ну, вспомнить какие-то бы хорошо бы анекдоты, что ли. Вот вчера видел, как одна девушка бежала по городу Выборг в свадебном платье. Вот это я понимаю, в активном поиске. А вот разница между Германией и Выборгом, например. Вот в Германии все хорошо, но вот утром проснешься, а в городе немцы. Нет, лучше уж в Выборге просыпаться. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.